Владимир Кореев ушел добровольцем на трудовой фронт в неполные 16 лет. Его привезли в белорусский город Оршу копать окопы. Это был 1941 год, немцы наступали, тогда он чудом остался жив. Путь от Орши был, по словам Владимира Григорьевича, очень трудным, особенно через Днепр. Переправа находилась под Смоленском. Переправа такая была, не раз разбомбленный такой мостик был, а перед ним сосредоточилось огромное количество и войска, и люди. Только мост пробежали, а тут на мост свалилось штук под 40 юнкерс 87 бомбардировщиков. Первый такой бомбеж попали. Вот. Ну, мы успели отбежать от моста метров на 150. И в это время посыпались эти бомбы. Вся переправа была разбомблена. То есть буквально вот случай нас спас. Но секунд 15-20 буквально опоздаемы, мы попали под эту бомбежку. Владимир Кореев – один из тех, кто был участником Курской битвы. Она началась 5 июля 1943 года и продолжалась до 23 августа. Тогда Владимиру Корееву было 18. Он вспоминает свою первую атаку. И командир роты, капитан Павленко, подает команду: рота в атаку, вперед. А мы только-только что вот приехали, разгрузились и в окоп вошли. Буквально второй, там, третий день в атаку, вперед. Ну, вскочили, побежали вперед, ура. И видим впереди нас еще кто-то туда бежит. Ну, кто ж такой, перед нами никого не был. Мы были в первой траншее. Потом смотрели, это немцы. Они из своих окопов выбежали и от нас убегают. Это придало нам, так сказать, духу, что ли, нового. Побежали еще быстрее, ворвались в окопы. Вот прям первый бой такой был. Владимир Кореев воевал на Первом Украинском фронте. Вначале был в пехоте пулеметчиком, а затем в ноябре 43-го попал в артиллерию. Сегодня на кителе Владимира Григорьевича не один десяток наград. Но главными среди них он считает медали за отвагу и боевые заслуги. Он говорит, что победа не была неожиданностью. Он знал, что она близка. Ну, мы уже чувствовали ее душой, как говорится, телом победу. Потому что где-то в начале мая, это 1-2, мы уже были в Берлине, так, уже понимали, что вот-вот она закончится, война-то. А тут нашу дивизию срочно бросили под Прагу. А Прага восстала против немцев. И Праге грозили большие потери. Немцы могли ее всю в крови потопить. Поэтому наша команда не торопилась, как говорится, вот этого спасти от этого. И где-то рано утром в районе Праги вдоль колонны идет командир полка майор Андреев. И объявляет: товарищи, война закончилась. Вот, подписан акт о капитуляции. Это уже было где-то, значит, вот 9-10 мая. А еще Владимир Григорьевич говорит: мы победили, потому что были едины. Олеся Котровская, Григлотов, телекомпания «Город».